И снова здравствуй. Ну что же, если мы с тобой занимаемся дикцией, то я просто обязан тебе рассказать про скороговорку, которая прокачает тебя на максимум. Давай попробуем, я ее оставлю внизу в описании. В четверг 4 числа в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии. Но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. И потом протоколом запротоколировал, как интервьюируемый. Лигурийский регулировщик кричисто да нечисто рапортовал. Да так зарапортовался про размагропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлатые хохотушки хохотом хохотали и кричали турки, которые начерно обкурили. Курен трубкой. Не кури, турка, трубку. Купи лучше кипу пик. Лучше пик кипу купи. А то придет бомбардир из Бранденбурга. Бомбами забомбардирдуй за то, что некто чернорылый у него полдвора рылом изрыл, вырыл и подрыл. Но на самом деле турка не был в деле. Да и Клара Короля в то время кралась к Кларю, пока Карл у Клары крал кораллы. За что Клара у Карла украла кларнет. А потом на дворе дикутниковой вдовы Варвары два этих вора дрова воровали. Но грех не смех не уложить в орех. А Кларе с Карлом во мраке все раки шумели в драке. Вот и не до бомбардира ворам было. Но и не до дикутниковой вдовы. И не до дикутниковых детей. Зато рассердившаяся вдова убрала в сарай дрова. Раз дрова, два дрова, три дрова. Не вместились... Все дрова. И два дровосека, два дровокола, два дроворуба для расчувствовавшейся Варвары выдворили дрова вширь двора. Обратно на дворяной двор, где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Цыпленок же цапли, цепко цеплялся за цепь. Молодец противовец, а против молодца сам овца, который носит сеня сена в сани. Потом везет Сенька Соньку с Санькой на санках. Санки скок, Сеньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб. А оттуда только шапкой шишки сшиб. Затем по шоссе Саша пошел. Сашу на шоссе Саша нашел. Сонька же, Сашкина подружка, шла по шоссе и сосала сушку. Да при том у Соньки вертушки во рту еще и три ватрушки, аккурат в медовик. Но ей не до медовика. Сонька и с ватрушками во рту пономаря перепономарит, перевыпономарит. Жужжит, как жужелица, жужжит да кружится. Была у Фрола, Фрол на Лавра наврала. Пойдет к Лавру, Фролу на Лавра наврет. Что вахмистр с вахмистршей, ротмистр с ротмистршей, ужа ужата, уежа ежата. А у него высокопоставленный гость унес трость. И вскоре опять пять ребят съели пять опять с полчетвертью четверика. Щит-щевица без червоточины. До 1666 пирогов с творогом из сыворотки из-под простокваши. О всем о том охало, колоколокола, звоном раззванивали. Да так, что даже Константин Зальцбургский бесперспективняк из-под бронетранспортера констатировал, как все колокола не переколоколовать, не перевыколоколовать, так и всех скороговорок не перескороговорить, не перевыскороговорить. Но попытка не пытка. Итак, я ее оставлю внизу в описании. Хорошего тебе дня, счастливо, пока.